Я из Украины. Из Украины, город Івано-Франковськ. И вот сложилась такая обстановка, такая ситуация, что мы должны бежать из города своего, потому что Россия нас бомбит. Наш разбомбили аэропорт, все наши военные склады. Вот я не знаю, как там моя мама, как муж. Мужа не выпускают. Их всех забирают воевать. Вот так сложилось, что живешь себе, живешь, а потом приходит враг, Россия. И мы с ребенком должны через кордон убегать.